Что-то мы как-то не очень совсем попали на то место, которое нам надо, но... Подошел к Артему. У него есть находочка. 5 минут, и мы едем дальше. Короче, этот ремонт сразу по ходу. Может, лопатой подогнуть? Может, лопатой подогнуть, Коляныч? Ну, да. А я что-то уже не имею желания искать. Вот так вот и мы проезжаем все самые сложные участки дороги. Аукцион Виолити – крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для коллекционеров. Здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования, уникальные антикварные находки, произведения искусства, старинные книги и многое другое. Виолити – это наилучший вариант как для опытных коллекционеров, так и для новичков. О любом найденном предмете можно спросить на форуме, эксперты оценят находку, предоставят о ней исторические сведения, а также укажут примерную стоимость. В магазине Виолити вы найдете аксессуары для коллекционирования, альбомы, холдеры, весы, средства для чистки антиквариата и прочие полезные товары. Все это поможет сохранить вам ценнейшие экземпляры в великолепном состоянии. Узнавайте много нового и интересного, коллекционируйте историю вместе с Виолити. Ссылки под видео в описании. Друзья, всем привет! Это новый выпуск канала «В поисках золота Украина». Выбрались мы в разведочку с пацанами. Вот приехали в такой вот замечательный лес. Выехали покопать хуторщину. И что-то мы как-то не очень совсем попали на то место, которое нам надо, но проехали дальше. Походим по старым дорогам, в общем. Посмотрим, что там будет, какие-то находки, вы все увидите. Сейчас вот разбираемся, складываем приборы и идем в лес ходить. Вот такие вот тут есть дальше бугорочки. Попробуем по этим бугорочкам походить, что-то интересненькое поискать. В общем, друзья, смотрите, не переключайтесь, я думаю, что будет интересно. Друзья, иду к Колянычу. Он вот двигается возле старой дороги. И есть у него первая находочка, монетка. Говорит, что-то интересное. Ну, я не говорю, что интересное. Ну, серебро какое-то. Но это, скорее всего, закисшее сильно. Поляндия, наверное, которая... Дай-ка я посмотрю. Империя печатала для Поляндии. Это вот эти 800-е, 1800-900-е года там они. Ну, вот прикиньте, вот вам, пожалуйста, и первое серебро. Очень закисшее. Ну там, наверное, она затертая в говно, но, ну, в смысле, затертая, да. Ну, вот так вот мы двигаемся, ребята. Вот дорога старая шла, и я с той стороны иду дороги, Колян с этой. Ну, по над дорогой. Сейчас вот, Тёмычу, кстати, была, то буквально сейчас, вот по обочине. Сейчас Тёмычу по рации передам. Тёмыч, прием. Что-то Тёмыч на связь не выходит. Артем, прием. Прием. Смотри, мы от машины пошли вперед по дороге. Коляныч возле самого края дороги сейчас серебро выкопал. Что такое? О, пойдет, я тоже иду по краю дороги, только назад, туда, в сторону вышки. Ну, сейчас буду возвращаться туда, в сторону машины. Ну, смотри, как тебе удобнее. Ну, в общем, надо двигаться вдоль старых дорог, я думаю, точно. Не знаю, я вот сигнальчик словил, но вкопать не могу. Я на обочине, я дорогу даже не пробую. Но он не на самой дороге, он рядышком возле дороги, на обочине. Ладно, друзья, идем дальше. Колян сейчас здесь покрутится, а я
А я вот так вот по этому краю, вот так вот по этим елкам пойду. Посмотрим, может что-то будет. Переехали мы, друзья, немножечко на другое место, на другую сторону хутора. Вот там вот хутор стоит прямо. А мы вот по такому вот лесу замечательному ходим. Вот там вот где-то машину мы оставили. Это Андрюха там ходит, это Коляныч. А у меня есть находка, друзья, смотрите. Вывалилась мне советина ранняя. Все видимости 2 копейки. Сейчас посмотрим. Да, двушечка 28-го года. Ну, фокус есть, нету. 2 копейки, 1928 год. Там Тёмыч каких-то советов нарыл тоже. Сейчас я ему по рации скажу. Артём, прием. Прием. Тёмыч, у меня 2 копейки 1928 года. Ну, нормально, покрутимся, тут есть советики. Давай покрутимся, давай. В общем, будем здесь сейчас покрутимся на этих местах. Такие интересные места. Вот там вот река внизу течет, и мы сверху так вот на бугорочке ходим. Сейчас буду продвигаться по... вдоль вот этой дороги, пойду туда и потом вернусь с другой стороны обратно. В общем, друзья, смотрите, не переключайтесь, я пошел искать. Смотрите, друзья, вот здесь вот, вот сейчас вот выкопал 2 копейки. Тут вот какая-то железяка была. И вот копаю сигнальчик такой классный, цветной. И вот он с лопатой выворачиваю, смотрю, лежит монетосик. Тут у нас, блин, залипший капец. Не знаю, друзья, не знаю, даже советина, наверное, какая-то. Ничего не видно, но било очень высоко, но ничего не видно на монете вообще. Что-то еле-еле просматривается. Но понять нельзя, не серебро ли это случайно. Да вроде нет. В общем, вот такая вот монета, друзья. Двигаюсь вдоль старой дороги. Иду в ту сторону. Тёмыч, у меня какая-то монета вроде медная, но я не могу понять, что там. Империю похоже, толстенькая. Ну, ну такая не очень, но вроде как советина какая-то, но очень зеленая сильно. Может и империя, не могу понять вообще. В общем, друзья, идем дальше, смотрите. Продвигаемся, друзья, мы оттуда по дороге идем, рядышком. Подошел к Артему. У него есть находочка. О, так ты понаходил трошки монет. Ух ты. 1819 год. Красивенькая такая. Слушай, ее не попали штампом, да? Да, чуть смещена какая-то. Прикольно. Снег белый, камера плохо фокусируется. Да, прикольно. Прикольно. Копеечка. И советов еще нарыл, да? А там что-то она попадалась. Ну, что мы будем делать? Поедем? Я будем ходить? Поедем. Поедем, да? Ладно, друзья, будем переезжать. Поедем еще, у нас есть один интересный местечок.
походим там. Друзья, на нашем пути случилась вот такая вот беда, но хорошая колено-ножовка и наши умения. 5 минут и мы едем дальше. Тут танк проедет, Коляныч. В общем, распилили мы это деревцо и едем дальше, смотрите. Погнали. Переезжаем в другое место. Друзья, в процессе езды мы цепанули глушитель и вот нашли вот такую вот ямку, чтобы залезть под машину и посмотреть, что у нас там с ним, потому что он очень сильно нам тарабанит в кузов. Сейчас Коляныч. Колян только что форсировал такой брод. Я жалею, что я не снял. Давай, Колян, что у нас там? Какой план действий? Ты лезешь под машину? Куда ж сидеть? Это какой-то зеленый плащ, да, у тебя? Это черный плащ. А что ты сзаду не залазишь, Колян? Колян, ты как пограничник. Сзаду залазь, так же самое на спине. Мне кажется, где-то... Ты на ручник поставил автомобиль? По диаметру. О. Смотрите, что Колян делает. Так. Сейчас ставлю родит колено. Короче, этот ремонт сразу по ходу. Может лопатой подогнуть? Может лопатой подогнуть, Коляныч? Назад. Что? Сейчас подождите, пацаны. Ты видишь, да, где он там тарабанит? Да вижу. И что, какой там выход? У нас случилось. А где он подогнулся, я не знаю. Ты уже пролез там, где был удар. Да, давайте какую-то палочку. Какую? Может, попробуешь подогнуть его, Коляныч? Можно и подогнуть. О! Подогнулся вроде бы. Подогнулся? На, попробуй. О, вот так вот, дергай его вниз. Не, сильно не дергай. Нет, так подогнулся. Держи. Подогнулся? Палочку. Палочка будет детонацию давать в кузов. Ну, подогнулся, да. Все, отлично. Если дерево сильно, то отлично. А попробуй заведи сейчас, заведи. Подожди сейчас. Андрюха, заведи и сразу посмотрим, тарабанит нет, или нет. Я вылезу. Да пусть Андрюха заведет. У нас же на ручнике. Как-то. Давай мы тебя за ноги завтра потянем, Колян. Покатался заодно. Заведи и попробуй, будет тарабанить или нет. Да нет, он будет тарабанить, если сильно. Давай, давай, попробуй, сейчас сразу проверим. Газонину пару раз. Все. Машина отремонтирована, друзья, едем дальше. Нам вот туда вот прямо те елки и направо. Смотрите. Не привередливый в ремонте автомобиль? Вот так. Да, вообще. Так, нам налево, да? Нам прямо, наверное. Блин, а нам не левее? Нет, нам точки прямо. Точки было левее? Не, сейчас вам скажу для точки. Что вы не говорите, Коляныч, осторожно бревно? Бери правее, Коляныч. Эстакада далеко. Ну что, друзья, где-то часа два мы пробирались через лес. Добрались мы наконец-то до места назначения. Конечно, мы сюда не доехали до самого места, но прошлись где-то мы метров 500, может 600. Вышли, вот такой вот тут стоял. Был когда-то небитый хутор вообще. Сигналов просто море. Проволока, все, что хочешь. Всякое разное. Осколки, какие-то обломки. Коляныч пошел вот туда вот. Я вам сейчас немножечко картинку обрисую. Вот там вот сзади за моей спиной были когда-то озера. И вот так вот они тянулись, уходили правее, правее, правее. И вокруг этих озер стояли старые хутора.
В общем, мы тут ходим, сигналов просто немеренное количество. Есть у меня находочка, выцепил среди кучи этих всех сигналов. Сейчас вам покажу. Находочка, друзья, лежала практически сверху. Монетка, ранние советы. 3 копейки 49-го года. Било очень-очень хорошо. Вот такая вот монетка. Будем мы здесь сейчас ходить выхаживать. Тут кроме нас никто не копал. Мы когда-то этот хутор в разведке нашли, и сюда год, наверное, мы не ездили. А сейчас как раз такое время зимой по лесу походить, то в общем ходим. Ладно, друзья, смотрите, не переключайтесь. Я сейчас вот так вот буду продвигаться вот в ту сторону. Будут какие-то интересные находочки, вы все увидите. Этот, друзья, Коляныч тут накопал кучу сигналов. А у меня есть находочка. Еще одна советина. Ой, какая хорошенькая. 3 копеечки. Сохранчик тут, конечно, Колян. Бомба. 3 копейки 38-го года. Сохран. Отличный. Просто сказка. Монетка. Сейчас Тёмычу скажу. Тёмыч, прием. Прием. Тёмыч, у меня 3 копейки 38-го. Рядышком стой, там где ту нашел. А, принял. Тёмыч где-то туда пошел, ходит там с Андрюхой. А мы здесь с Калином крутимся. Тут мусорка, конечно, такая. Надо, если деусом копать, надо скорость чуть-чуть выше ставить, чтобы не так сигналило. В общем, ходим, ищем, друзья. Будут еще какие-то находки, смотрите, увидите. Друзья, значит, смотрите, зацепил я что-то железное. И это железное тянется вот так вот отсюда и аж до дерева почти. Сейчас я буду это все раскапывать и эту штуку доставать. Я не знаю, что это такое, но хочу достать, посмотреть. Мне интересно просто. Железяка вот такая вот. Здоровенная, метра где-то она полтора в длину бьет сигнал. Вот лежит она на глубине, ну, штыка, можно сказать. Вот у нас грунт. На глубине штыка лежит. Сейчас я, друзья, попробую раскопать это все. Смотрите, выкопаю, вам покажу. Я знаю, что это, друзья. Это с телеги задняя часть или передняя. В общем, сюда колеса цеплялись. И была ходовая часть телеги. Тёмыч! Тёмыч! Тебе металлолом не надо? В общем, оставляем здесь. Фух. Оставляем здесь находку эту.
Сейчас я закопаю обратно ямку и буду туда продвигаться дальше. Попробуем еще каких-то советов поискать. Смотрите, друзья. Вот и все. Двигаюсь, друзья, вот по старой дороге. Иду. И есть у меня находочка. Советина ранняя. 2 копейки, по всей видимости. Да. Так и есть. 2 копейки. Но что-то они такие печальные, печальные. Друзья, года вообще не видно. Что-то их съела за то время, пока они тут лежали. Но находка, находка. Продвигаюсь вот так вот, видно очертания дороги, вот она идет и чуть-чуть направо заворачивает. Сейчас буду по ней идти, может, еще какие-то советы будут. Смотрите, это Тёмыч там копает очередную монетку советов, а мы, друзья, возвращаемся к машине. Если мне не изменяет мой внутренний компас, то наша машина где-то находится вот там вот. А двигаемся по вот этой вот старой дороге. Идем пока не в ту сторону. Есть у меня находочка. Находочка. Смотрите. Что тут, монетка какая-то. Советина какая-то поздняя. А, рамочник. Рамочник СССР, друзья. Да, находка. Блин, что камера не фокусирует. Ну, где же фокус? О. Монетка, друзья. Тёмыч, а у тебя какие монеты? Ранние или поздние? Что? Монеты ранние или поздние? Ранние. Все ранние, да? Ну вот вам, пожалуйста, все ранее. Потом посмотрим, кто там что понаходил. Идем дальше, друзья. Ну что, друзья, иду я уже к машине. Накопался. Пацаны где-то сзади идут. Тёмыч с Калином. Андрюха вон спереди. Еще ищут. А я что-то уже не имею желания искать. Андрюха, нам правее вот туда вот. В общем, хочется подвести итоги сегодняшнего поиска. Выехали мы, проехались по 2 хуторам и накопали советов и несколько империй. Мне империя не попалась. Попала империя Тёмычу. И Колян там что-то серебряное выкопал. По-моему, злотый. Мы что-то там его рассматривали. Не видно, залипший он очень сильно. В общем, хутор, на котором мы сейчас копали, очень сильно замусорен. Его никто никогда не копал. Куча металла, куча всякой там бронзы, алюминия, проволоки. Просто немереное количество. При хорошем желании можно там это все вычистить и накопать монет. Ну, уже как бы вечереет, нам копать особо времени много нету. Дни короткие. Вышел я на ту дорогу, по которой мы сюда ехали. Надо было, конечно, снять видео. Мы пока ехали, Колян на Таврии такое исполнял. В общем, я думаю, сейчас обратно, если не стемнеет, будем ехать. Я постараюсь снять. Сейчас дойду до машины, покажу вам свои находки. Пацаны придут, покажу вам, что они там понаходили. Попьем чайку, да будем собираться и ехать домой. Следующая экспедиция у нас будет запланирована в другой лес. Поедем в сторону Коростышева. Есть там интересное место одно. Хотим его проверить по возможности. Это у нас сегодня так было, просто тур выходного дня. Завтра воскресенье. Будем отдыхать.
а со следующей недели уже опять куда-то поедем. В общем, сейчас дойду до машины, покажу вам свои находки. Находки, друзья, это Андрюхины. 2 копейки, 2 копейки, 10 копеек пуговичка. Ну, я вот нашел 2 трешки, 2 двушки, какой-то рамочник замурзанный и вообще непонятно что. Сейчас придут пацаны, посмотрим еще, что у них там у Коляна с Тёмычем. Где-то они вон. А, тут, кстати, да, Андрюха нашел двушечку такую, смотрите. Хотел показать. Сейчас сфокусируется. Значит, какой там год? 36-й год двушка. И смотрите, какой у нее с другой стороны герб. Мне кажется, что не характерный. Может, кто-то знает что-то по этой монете. Подскажите, видите, здесь ободочек толстенький идет, а с этой стороны он тоненький. Может, штампанули как-то другим штампом. Вот такая вот история. Кто что-то знает по этой монете, подскажите. Может, вы подскажете быстрее, чем мы в каталоге найдем. Может, какая-то редкая, а может и нет. Так, вон у нас идет Тёмыч. И сзади еще Колян. Колян не сдается, будет махать до последнего. Артем. Что? Показывай находки. Что ты нашел интересного, расскажи. Много светов накопал, пока шел? Штуки 3-4. Тут бетон, да, не воткнешь особо. Мы тут разложились, видишь, на этом, ага, на рюкзачке. Это, кстати, от сигнальных ракет, а не от охотничьих. От сигнальных ракет? Ну да, как он говорил, охотничьи. О, видишь, от сигнальных ракет, а мы не знали. Теперь знаем. О, так ты нормально понаходил. Немецкая пуговица, это немецкая, кстати, да? 5 копеек. 5 копеек. 5 копеек. Я вот что-то такое похоже. Кусок, золо... кусок золота. Да, ну реально так блеснуло. Трешечка. И это что такое? Это непонятно. Это какие-то ранние, да? Пятнашка. А это не от сандалий детских, шо это я? Временная. Я ж, блин, находил такую же точно. Я тебе сказал, что это от детского сандалия. Да, 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 да. Колян, давай еще свои. Там. Ну, я вам скажу, что мы в общей куче не так и плохо накопали. Да, Коляныч? Да, да. Ты знаешь, что давайте это? Сыграем, блядь. Ну, ты можешь не кричать матом? Так, что тут Колян нарыл? Всякой фигни, короче. 45-й пятачок. Блин, все 46-е, 45-й, 46-й. 46-й, жаль. Был бы 45-й. Все 46-й. Может быть, денег стоит. Не, ну что, что, плохо? Что-то нарыли такое. Золото партии. Ну, это серебро, ну, смотри, заныкал вообще серебро. Ну, хуже, чем... Ну, может, оно отмоется нормально. Да не, они дешевые, эти монеты. Да. И всегда затерты, сколько я не нахожу там, блин. Ну, есть нормальные, просто те не попадались. Ну, в общем... И империя такая никогда не попадалась, блин, шикарная вообще, блин, в каком сохране, блин. Как ты говоришь? Что? Не нравится, что? Ладно, друзья, вот такие вот находки. Вот такие вот находки, друзья. Всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще экспедиции, еще увидимся. Всем удачи, всем пока. Так, нам куда, да? Давай мы выйдем, подожди, Колян, подожди. Нам куда? Сюда, может, да. Сюда там дробина, там плохо. Нам вообще сюда. А я там поеду через сколько? Посмотрите, как у Коляна открывается машина, нужно достать руку.
И вот так вот. Тёмыч принципиально хочет лес. Я говорю, больше ты там не проедешь. Тут, короче, такая, ребят, дорога. Я не знаю, как вам показать. Вот. Тут просто КамАЗ сядет. Смотрите, какая глубина. Сейчас Колян тут будет делать ветер. Отходите, он. Будьте будут. Тут просто капец. Смотри. Вот вам, друзья, и Таврия. Зачем? Зачем те джипы? Я не знаю там. Вот так вот и мы проезжаем все самые сложные участки дороги. Я вам скажу, что для этой Таврии бездорожья просто не существует. Тёмыч, ты сейчас провалишься. Нормальный лед стал, можно жалиться. Нормальный лед стал, можно жалиться ставить. Еще там один сложный моментик. Я думаю, Колян там пропхнет. У него наклейка на машине чемпион. Он просто должен проехать. Так, Коляныч остановился. Заглох. Колян, Колян, давай, давай, маленькая, газуй. Тёмыч, дай-ка я контент. Давай, 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 давай. Это как бы такой сложный участок. Ну что ж для Колена. Эти сложности вообще ни о чем. Сделал лужу. Все, друзья, дальше мы, я думаю, везде проедем. Вот так вот мы выезжаем домой. Еще одна у нас впереди препятствие, еще одно. Колян, ты вот здесь вот ехал. Вот здесь вот. А мы сюда ехали? Да. А там дальше канава, в которую мы можем сесть. Вот, вот, вот тут вот ты ехал, Колян, по вот этой стороне. Видишь следы свои? Что-то мне ребят подсказывают, что сейчас будет трэш. Ну, не здесь будет трэш, а будет трэш дальше. Вставай, Колян, сейчас посмотрим, куда тебе ехать. Я не поеду, да? У нас, друзья, вот такая вот печалька случилась. Мы не знаем, как нам проехать. Сейчас Коляныч будет брать разгончик. И с разгончика. Я постараюсь снять, если он меня не собьет, блин.
Я бы газовал, Колян. Что? Левее, Колян! Да. Во! Давай, давай! Там соскакивай! Вот тут, вот тут! Смотрите, что он делает, просто капец. Ну что хочется сказать, Колян, конечно, красавчик, водила. Я, честно говоря, сомневался, что мы проедем, но нет. Все, друзья, мы домой погнали.